Алексей Карпушин – пожарный. Он главный герой фильма. Ради любимой женщины и маленького сына становится ликвидатором. Здесь почти 300 рублей. Я вернусь и организую Лёше лучшее лечение. Но сейчас я должен вернуться. Давай, Лёх, до свадьбы заживём, да? Персонажи, как и их история, вымышленные. Зато на кинопоказ пришли реальные ликвидаторы Чернобыльской аварии. В их числе Ирина Калашникова. До трагедии она работала на станции инженером по эксплуатации реакторного цеха. Для меня Чернобыль – это не просто кино. И полфильма я смотрела, полфильма нет. Вот так. Потому что, зная, видя, и нахлынуло вот все то, что там видел. Под впечатлением от картины остался и глава региона Роман Старовойт. После финальных титров и находишься в напряжении и действительно сопереживаешь всей ситуации. Для меня, для человека, который вырос в Сосновом Бору Ленинградской области, у меня отец всю жизнь на атомной электростанции проработал, те события, они еще и детские воспоминания. Режиссер привлек к съемкам местных жителей и реальных спасателей из ближайших пожарных частей. Такой подход к работе Данила Козловский объяснил делом принципа. Потому что ни актеров массовых сцен, ни обычных актеров этому не научить. Я всегда вижу в кадре, когда, условно говоря, пожарный разматывает магистраль, или это делает артист, который пытается быть пожарным. У них же характерный язык жестов, движений, мимика, взгляды, пластика. Это все невозможно сыграть. Мы от этой сцены хотели максимальное ощущение достоверности реальности. Поэтому без пожарных Курской АЭС и вообще этой земли эта сцена была бы невозможна. Актеры массовки тоже в зрительном зале. Конечно, впечатление и вагон, и маленькая тележка, но абсолютно не представлял, что это будет такая история, потому что, и спасибо Даниле Козловскому, он снял не просто кино про трагедию, большую техногенную трагедию. Здесь сразу две трагедии. Личная трагедия людей, как он правильно сказал, семьи. Основные сцены Данила Козловский снимал на недостроенном 5-м энергоблоке Курской АЭС, некоторые на действующей станции. В этом фильме мы не достигли успеха в плане пропаганды безопасного развития энергетики. Мы показали, какая она может быть страшная последствия. А это сразу другой подход. Это и правильный подход. Подумайте, докажите, что вы безопасны, а потом стройтесь. В этом тоже плюс есть. Всероссийская премьера фильма «Чернобыль» стартует 15 апреля. За 11 дней до трагической даты. Мария Колосова, Семен Ковтанюк. События дня.